Тонкие ноты классики буквально тонут в заполненных гостями университетских стенах. Здешние хозяева, студенты, кто как может наперебой, завлекают абитуриента. Будущие строители красуются в спецформе, даже этот самый оркестр, учащийся Института искусств. И каждый уверен, у них лучше, чем у других. У нас весело. В основном одни девочки. Да, это плюс нашего вуза. Впрочем, главные плюсы крупнейшего вуза республики, разумеется, не праздная студенческая жизнь, а именно образование и преподавательские кадры. Десятки докторов и кандидатов наук, постоянные награды и премии всероссийского, международного уровней. Как результат, к КГУ все больше интереса среди абитуриентов. На магистратуру выделено больше бюджетных мест, чем в прошлом году. И на все направления подготовки в этом году у нас есть бюджетные места. Начиная с юриспруденции, самой престижной специализации, и до педагогического образования. То есть по 25 бюджетных мест на каждую группу. День открытых дверей в ХГУ для преподавателей и соискателей высшего образования – традиционная возможность присмотреться друг к другу. Однако в этом году встреча не по формату. Университет проводит одновременно 20 научных олимпиад. Ну, честно говоря, это все спонтанно, потому что у меня сейчас и соревнования, и все. То есть я просто с остаточными знаниями прошел, какие есть. Так, основной подготовки не было. Я только 10 класс, мне пока не принципиально. Просто посмотреть, как оно. Испытания для гостей по самым разным направлениям. И вот она, главная изюминка. Тот, кто показывает хороший результат, получает специальные баллы, которые дают преференции при поступлении. Олимпиадные задания, они всегда идут повышенной сложности, и они всегда учитывают в целом комплексные знания ребенка, да, комплексные знания ученика. Поскольку, если мы говорим об олимпиаде, здесь важно не просто, чтобы ребенок знал программу, например, 10 класса, да, а чтобы он знал историю вообще в целом. В этот раз ХГУ собрал 3,5 сотни гостей. Более 200 решились на испытание олимпиадой. Вероятно, это именно те, кто и рассчитывает сюда подавать документы. Константин Кравцов, Станислав Колчинаев, Вести, Хакасия.